И к другим темам. В Шымкенте возбудили уголовное дело по факту массовой вырубки деревьев. В отношении местного жителя начали досудебное расследование. Как сообщили в полиции, ущерб составил более 4 миллионов тенге. Напомню, на одной из улиц мегаполиса спилили 129 деревьев. Причем сделали это ночью, чтобы местные жители не услышали. В акимате сообщили, что у участка есть хозяин, но прежде чем рубить деревья, он должен был получить на это разрешение. Теперь бизнесмену придется высадить 6450 новых саженцев и в течение 3 лет ухаживать за ними. По факту вырубки деревьев во дворе дома номер 143 выявлен владелец земельного участка. В отношении него ведется досудебное расследование по статье 340 части 3 Уголовного кодекса. За преступление средней степени тяжести предусмотрено лишение или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо возмещение ущерба в виде штрафа.